Такие машины используют разведчики и конвойная служба. Автомобили предназначены и для огневой поддержки основных сил. Новые модели получили 5-й класс защиты от пулевых попаданий. Внутри установлена специальная система связи, а на крыше есть возможность закрепить пулеметы или автоматический гранатомет. Кроме водителя, в салоне могут разместиться связист, стрелок и несколько десантников. Главное преимущество техники – максимальная защита экипажа. Например, огнетушители здесь срабатывают автоматически. «Тигры» поступили в воинскую часть по программе перевооружения, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Вместе с ними военные получили 10 портативных радиолокационных станций артиллерийской разведки.